когда внезапно к вам решили вдруг гости радостно прийти и сообщили вам об этом буквально меньше чуть за день, при этом сообщили, что явятся как бы к обеду, а обеда у вас ни хрена, блин, нет. Но вас выручит кабачок. Когда-то я варила суп по совету моей тети, у меня тупо не было что есть, но у меня был кабачок и морковка. Она сказала, потри морковку, потри кабачок, свари суп, будет тебе счастье. Внезапно было очень вкусно. Думаю, веганам понравится, и не веганам тоже. В общем, у меня тут есть кабачок. Правда, он у меня не тертый, я хотела сначала потереть, но как бы было около 10 вечера, и я вообще хотела пораньше лечь спать. Но я потом поняла, что я хочу есть, и в общем, вот как-то второй ролик по приготовлению еды после винегретика я тут пишу. Вот тут у меня кабачок. Порезанный тот самый кабачок, который я как-то чистила в стриме на камеру, а потом, в общем, резала уже тут на кухне без стрима и без камеры, и две трети кабачка у меня потом приняли, откинули копыта. Тут у меня, так как моей тете понадобились баночки, то в итоге из одной баночки мне пришлось сюда пересыпать. Тут у меня лучок сушеный, укропчик сушеный, петрушка сушеная, потом петрушка чуть более свежая, но тоже уже сушеная. И еще, возможно, лучок немножко такой другого сорта и тоже сушеный, зелененький. Как бы все это вместе туда не зафигачится, но часть положится. Кастрюлька, в которую я сейчас налью фильтрованной воды. Перчики замороженные. Вот это, к сожалению или к счастью, покупные. Все остальное будет самопальное. Ну, в смысле, выросло на огороде, в саду. И еще у меня будет морковка. Как бы можно замороженные фигакнуть, но у меня есть сушеная морковка. Потом я зафоткаю готовый супчик, напишу от руки печатными буквами рецептик и закину в черновики, а уже потом уже из черновиков эти самые, в марафонный, как он там, кукпэд. Не повторяйте это дома, разморозьте перед тем, как повторить. Я тут с телефона в этот раз управляю. Много ли этой морковки, мало ли ее. Вообще у меня есть перчик с нашего огорода, то бишь сада, но он такой маленький. Я думаю, может, я его потом заварганю куда-нибудь. Конечно, можно бы, может, его и в суп, но мне кажется, его мало будет. Блин, вот два с лишним дня тут помирала, почти ничего не ела, потому что думала, что совсем помираю. И как бы в основном пила компотики из сухофруктов, жидкости всякие. Даже думала, может, крепкого черного чая задолбашить. А потом поняла, что, оказывается, я уже помираю от того, что просто есть хочу. А не от того, что просто помираю. И вот, видимо, у меня сейчас идет процесс «Есть хочу, поела, есть хочу, поела». И вроде как снова есть хочу. Как бы, конечно, это все надо поставить на плиту сначала, а потом все это зафигачивать. Но что-то я вот тут как-то... Так, а где бы чем сковырнуть-то? Вставать надо. У меня есть маленькая вилочка. С перчиком я такое счастье еще не варила. Вы будете первые, кто это увидит. Ну, в смысле, первый раз делаю. У меня там беда обновляется. На данный момент там обновляется интеловская какая-то приблуда. Все хорошо в винде, если на ней монтировать, потому что для Linux нормальную пробу еще не придумали. Либо придумали, но
донатные деньги как-то не туда идут, не на те программы. Короче, и фотошопить, в смысле, тайпить, клинить, в плане фотошоп на винде. Но вот когда она обновляется и говорит, слушай, вставь флешку, теперь-то я уже знаю, что надо вставить пустую флешку, ибо она форматироваться будет, и все там нафиг удалится. А потом вынь флешку, когда я обновлюсь, и типа, будет тебе счастье. Приходится удалять практически все, что ставила. Вот второй раз удаляла, и второй раз ставлю заново. В этот раз меньше пришлось удалять, только OpenOffice, Dropbox, антивирусник этот. Хотя, в принципе, можно и не ставить антивирусник, но как-то мне с ним привычнее, он там чистит какую-то прилуду. Короче, лишние всякие файлики удаляют. У меня этот антивирусник, его винда как бы советует, у меня он еще стоит, мелкая его копия на телефоне, на ведроиде. И, короче, что еще там удаляла? Яндекс. Там еще эта долбанная Алиса, которая как бы, она встроенная, причем когда ставишь, она встроенная, а когда лежит, ее можно отдельно удалить. Как-то по-дурацки сделано, в общем, пришлось мне удалить Dropbox, OpenOffice заново снова ставить, WinRAR, этот самый Яндекс и 360 что-то там. Неудобно совершенно. Мало того, что оно обновляется больше 4 часов, иной раз вообще почти сутки. Что им мешает заново раз в полгода сделать это все, доработать и сделать, и выложить? Нет, они, блин, тестируют на людях. Linux хотя бы не мешает работе, когда обновляется. Максимум, когда обновляешь ядро на 19-ке, ну и вообще советуется. Раньше-то, ладно, там, она винде равна была, практически ровесница. Обновляешь ядро, и надо ни черта не делать. Но ядро как бы не 4 часа обновляется, и уж не полчаса тоже. Так, сейчас мы это как-то... Наверное, скрутанем. Морозилочку поставим. Вот такой у меня пятчик. Две сосиски, одну свою. Так, плиту-то у меня видно. Хождение Лёли вокруг своей оси. В смысле, в камере. Мы это счастье зажгем. В среднем где-то 20 минут он должен вариться. Примерно за столько морковка и все это, вся эта требуха будет более-менее готова. Потом прикроете крышечкой. Ну или вообще можете понаблюдать, пока тут я, наверное, так попишу, пока варю. Тут контейнерик. Ну, в принципе, его можно высушить, и он еще пригодится. Можно сейчас вот это все помыть. И поесть, и сварить. Наверное, организму не хватало имитации мяса, мяса или типа того. Раз он все еще есть хочет, периодически. Но скажу огромную тайну, что у меня реакция, мой голос и кухня, моя рука, это у меня реакция
На кастрюльку, которая за этой кастрюлькой, мне сейчас компотик из сухофруктов, который я тут обозревала из последнего магнита. Точнее, из последней не моей обозряшки покупки, где вот эти сухофрукты были. Что-то у меня на курагу и чернослив такая очень странная реакция, я чуть пеньки не откинула. Меня желчь поперла вообще, что-то все это, и панкреатит, и холецистит, и гастрит, и что только нельзя вылезло тут же сразу. Обострилась так, будучи яму там. И как-то решила показать себя. Так, с чем бы мне тебе... А, и можно просто рукавить. Заперечить, сковырнуть. Ногтем, точнее. Чтобы снять эту штучку. Надо же, кот еще не бежит на запах сосиски. Вот тут наш компотик. Надо еще насадить воды. Судя по всему, когда я сегодня мыла плиту, то слегка сдвинула эту штучку. Как ты видно в камеру мою руку с телефоном. Наверное, частично будет видно нижнее полушарие мозга или просто зад меня, с мою спину, когда я сейчас буду мыть эту самую посудку. Ибо надо бы ее помыть. Перчик только спрячь. Парчик. У меня тут есть еще творожок.
Помидорку, наверное, надо было положить. Я только сейчас вспомнила. Ну ладно. Учитывая, что сейчас у меня пишется в одном режиме, то бишь без двойной записи, то в монтаж я просто засуну, скреплю, вставлю заставку и концовку, opening и ending, и закину. Не буду даже вырезать эти моменты, где я тут хожу. И видно только мой торс, летит там спинку, попку, возможно, ножки, ручки. Она у нас, ну-ка, если ее приблизить, чтобы видно было только одну кастрюльку. Слушайте, какая крутая вещь вообще, камера. Я еще когда их выбирала, даже на той кэноновской, которая без с микрофона, чисто до семейного торжества, приближение не слышно, в отличие от котика, когда приближаешь видео, звука никакого нет, такого приближающегося. Вот так. Вот он, та стеклянка. Сосисочка надо убрать. Будет. Так, у меня тут положка нема. Все на сушилке. Так, все на сушилке. Только вилка. Ложка не ладно, вилка. Печально, однако. Ой, надо было целый луковиц закинуть, я забыла, что травы тогда попрошу. Это видно в камеру-то, что я тут пытаюсь крошить. Во. Я уже тут говорила, что тут петрушка, укропка и два лучка. Крупные перья, мелкие перья, два разных сорта лука, зеленого. Вкусно пахнет. Посолить еще, конечно, надо. Я столик не забываю. Тиша, ты по старой памяти ищешь еду. Еда переехала туда, где ты теперь последние недели полторы, ты, точнее, даже последние полтора месяца предпочитаешь есть, когда ты дома, а не в деревне. Так что ищи еду там. Теперь вся еда в одном месте. Он-то решил поваляться под штативом прямо. Сосиска сварился. Может, туда надо было рисика нафигачить. Надо убрать тягнюшку.
Надо такие взять блюдечко. Положить помидорку там. Тесак. Тесак, тесак. Приблизила. Тесак такой большой. Как там? Так. Где оно тут? Да, вот так как-то. Дедушка тесак делал. А завтра я помидорок в этой самой прифигачу. Ну, кстати, может маленьких помидоров зафигачить? Смотрите, люди, сейчас я это удалю, отдалю точнее. Ну то я даже прям не знаю, куда мне суваться-то, чтобы это увидеть. Две маленьких помидорки. Виноградные. Если найду, то сейчас еще закидаю туда. В общем, завтра я планирую, сегодня уж не буду. Без пяти-то практически в 12 зафигачить помидорки в мясорубку, а потом их засунуть в морозилку. Судя по звукам, вам потому что не слышно, кот все-таки хавает свой корм из мисочки. А вы-то не видите, вы только, возможно, слышите, как я тут режу. Я покажу на доске разрезанные 5 маленьких помидорок. Вот они, помидорки. Одна помидорка упала. Один помидорка упал. Да, помидорки надо уделывать. Еще одна помидорка хочет откинуться. До этого 3 маленьких выкинула. Перед тем, как их посушить. Раз одна откинулась, точнее упала вниз, то вот. Еще одна. 5,5 помидорка. Виноградная. Так, у меня тут сосиска. Надо же хлебушком замять.
кое-кто чует, что тут эти самые. Тиша, покажись людям, а? Смотри. Смотрите, кусок волосатого мяса. Живого мяса, кошачьего. Кошачье мясо. Может, надо было лавровый листик кинуть, я, как обычно, про него забыла. Даже забыла его собрать. Что там дофига его наросло, чтобы дать место другим листикам. Собрать да посушить. Время я, конечно, не заметила, сколько тут болтаю и говорю. На телефоне не видно, сколько времени. Либо я еще не нашла. Видать, сегодня мы сосиску не очень хотим резать. Еще это. Мы выпрашиваем. А вы ж не видите, как я ем так. Зато, наверное, звук отодвигания, крутения будет слышно. Да, немножко видно меня. Может, не двинуться? Чтоб совсем уж видно было меня. Я тут как бы есть пытаюсь. Кусочком хлебушка. И вот забыл подзарядить. Хотя оно, по-моему, не может писаться, когда оно заряжается. Да. Оно либо заряжается, либо пишется. Чтобы заряжалось и писалось, надо немножко другой провод. Ну, извиняйте, потом запишу, как вышло. В общем, вот тут наш суп. Доварился таки. И под крышечкой подстоял. Такие дела. Всем пока.